Все, сохранились, идем дальше. Да я ж попал, ёпрсты. Еще силовой, да они нас прямо одаривают здесь. Это звук у них еще странный. Так, вот это нам неплохую штуку дали сейчас, какие-то там для трубореза, да? Хорошо. У нас появляется новый враг, о да. Хорошо. Здесь достаточно много места, я не думаю, что... Гад. Во, нормально. До свидания, детишки. Единственное, что мне нужно от вас, это этот крен, и все. We can't talk. I think they're tracking our signals. Are the memories coming back to you? They're coming back to me. The good ones. And the bad ones. The more I remember, the more my head hurts. I keep seeing the symbols. The symbols too, Isaac. I keep seeing his face. Непонятками какими-то тут он говорит что-то. Так, ну-ка, импульсная винтовка. А, сразу смотрим, что можно продать. Вот это продать, вот это продать. Так, что-то еще тоже продать. Блин, патронов мало стало, кстати. А что тогда так много места занимает? Ну вот это нам не нужно пока. У нас нет такого оружия. Все. Так, отлично. Тогда идем сюда. Так. Импульсная нужна? Нет. Ну, нужна. Но давайте попробуем вот эту штуковину. Потом импульсную купим. Сколько импульсная стоит? Она дешевле гораздо. Ну, давайте попробуем вот эту. И, наверное... Так, сколько кредов? Да насобираем, нормально, чё, как-нибудь прорвемся. Так. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Хорошо, хорошо, идем дальше. Посмотрим, что у нас там дальше ждет. Дом. Всем понятно. Махнулся. Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient in the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. Будет осторожен, Isaac. Хорошо. Так, давайте еще одну почитаем, следующую. Ну, посмотрим просто. Угу. А тут все они помешаны. Церковь у них тут своя. Даже сложно это церковь назвать. Мифология, так что ли, получается. Даже уже звучит как наука какая-то, не религия. Это бред. Так, что за гонечки здесь? Так, стоп. Так. Чё это такое? Что это за лаги были, да? Люди, наверное, какие-то.
игровые. Dana, I thought you were routing me to residential. This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Да будем на чеку. Как же так-то не будем? А вы знаете, что меня всегда интересовало? А что будет, если, например, я стрельну в стекло и уйду он туда куда-нибудь? Ну, если, например, я возьму какой-нибудь альтернативный режим огня, который будет взрываться. Так, это у нас... 4... Еще раз. Да она вроде неплохая, да? Офигели, детишки, вообще край. Стазис дают, кстати. Сатурн. О, да. Так. А что тут у нас? Нам не надо. Ну хорошо, погнали. Поползи дальше. Посмотрим, что там у нас за ботвинь. Это всегда круто. Что такое? Откуда лагерь? Не понял, что за фигня. Какой-то бред. Что-то включено, ждите. Подождем, ничего страшного. Так, я забыл, по силовым-то у нас все нормально, да? Сколько там у нас их? 3. Нормально, вот это качнем еще. Так, и я думаю, один стоит вот сюда. Это что такое у нас? X. Воздух. Ну, можно и в X здоровье. Так, что делает? Увеличить здоровье на 25 единиц. Так, ну можно и вот сюда. Объем. Все. Можно идти спокойно дальше. Игру эту можно пройти даже на... Чисто на стазисе и на этом... Как его? На кинезисе, наверное, да? Не знаю, может кто-нибудь попробует чисто. Мороки долго будет, не очень интересно, правда. Я попробую. Так, сейчас этот подойдет сюда. Ну. А где этот, который взрывается? А то я слышу там звуки. Я с этой пушкой никогда не играл, надо попробовать, думаю. Может, играл там один раз, не знаю.
Смотрите, как Айзек бежит. Побежим, побежим, побежим. Куда сейчас гоняем? Тормоза. Силовой узел никогда лишним не бывает. Шиф. Хорошо. Мы знаем. Давай, давай, давай. Не нажал же. Все отлично. О, вот такой дизайн немного. И Шимура напоминает. Че, все три ящика разбили? Ни хрена не видно. Офигеть. Просто вот смотрите, только с фонарика видно и все. А я знаю, что надо делать. Фига, он сгорел аж. Это круто. Почему дрончики нельзя забрать? Дрончик сломали, походу. Так, ну у нас по провизии что там? Нормально, проживем. Места все равно не будет. Так, что там по резачку? Понял? О, все. Да нормально, 22 патрона. С этого можно что-то взять. А вот. Проживем, ничего. Да, это только силовой. Итого у нас уже почти у нас две штуки. Так. Блин! Вот это я зря, вот это я очень зря. Так, все, не будем с ними шутиться, давайте. Все, отлично. Что-то тут я подобрал сообщение, видимо, текстовое. Тысяча! Тысяча, тысяча, тысяча! Отлично. Круто. Тысяча, это всегда хорошо. Да еб... Что за лагерь, реально? Антивирус, наверное, там шалит. Обновление потребовал. Правильно иду-то. А, не, назад. Там вроде и входа не было. А, может быть, они вот это имеют в виду? Опа! Вот это офигеть. Так, а чё он, получается, расходует патрон, да, альтернативный тоже? 700. А, глюки, глюки, глюки пошли снова. Все, все, все. Так, здесь у нас что, ничего. Тысяча, нормально. Вроде много дают, а... В магазин заходишь. Мало. Так. Значит, нам здесь надо глянуть, что у нас. Стазис. Все, да?
Это круто. Dana, Titan soldiers have found me. They're tracking me in some sort of gunship. You're almost here. Hurry. Ага, это Titan, это спасательный корабль. Хорошо. Вот это неожиданно. Но он не сильно меня напугал, что-то скажи. Ибо меня трудно напугать игрой. Носителем, конечно. Так, офигеть, у нас патронов мало. А что же у нас про место-то занимает? А у нас много аптечек. А у нас рюкзак маленький, вот в чем дело-то. Так. Так, хорошо, глава третья. Так, вот это берем. Посмотрим, что тут у нас есть. Так, куда нам? Блин, что такое? Офигеть. Патрон нет. Офигеть. Пипец. Давай, стреляй, что ты стреляешь-то? Так, что за лаги? Откуда они? Антивирус, ты что ли шалишь? Фу. Дали жару. Офигеть. Схема какая-то, да? Дротики. Ну хорошо. О, вот это по нашу душу. Так. По нашу тему. Так, ладно, погнали дальше. Только с этих ничего не буду давать. А, ну это юнитологи тут, да, походу. Судя по окраске. По рисунку дверей. Так, что тут у нас? 14, a geophysicist named Michael Altman made a discovery. It's Timon! He's found you! Into the church, hurry! Мы тут ничего не пропустили, ладно. Так, нам туда. Dana, the Church Unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Titan can't monitor. Separation of church and state. No, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Ладно, ладно. Ой. А, ну все. Так, ну-ка давайте посмотрим, что тут у нас есть. У нас есть дротики, а мы можем продать вот это. Вот это зачем нам надо? Так, хорошо. Так, и вот надо купить силовой узел. Не надо, вот надо купить, знаете чего? Во. Ща, вот. Вот этого закупим. Что еще можно купить? Ну вот эти можно. Дротики, давайте купим немножко. Все. О, теперь понял? Да, теперь заживем как настоящие. Теперь Айзек как боец. Да чё, проживем с рюкзачком плазменным. Так, ну-ка. Два силовых. Плазменные, смотрим. Ущерб и...
Так, ущерб. Куда качнем лучше? Во, я знаю, куда. Так, не, вот сюда. Ага, то есть нам надо вот это сначала. А давайте, знаете, может быть, стоит качнуть что-нибудь другое, но... Например, не знаю, вот X. Здоровье. Так, посмотрим, что это нам даст. Так. Какие-то лаги. Все, разобрались. Теперь сохранимся.